В Качах прошли соревнования по волейболу среди девочек спортсменкам по 10-11 лет. Конкуренцию местным командам составили игроки из Сургута, Лангепаса и Когалыма. В будущем у них будет в марте округ по 2011-2012 году. И этот турнир как бы мы приурочили к тому, что дети себя еще раз попробовали, поиграли, познакомились друг с другом, определили сильнейшего соперника. Все встречи участников турнира получились зрелищными и азартными. Затяжные розыгрыши сменялись быстрыми потерями, что не давало спортсменкам расслабиться. И даже при откровенно разгромном счете участники не теряли оптимизма и продолжали бороться. Ваша подача, но не победа! По итогам соревнований таблицу результатов возглавила команда «Кристалл» одноименного спорткомплекса «Покачей». На втором месте местный «Сибиряк» из спортшколы, и третью строку занял сургутский «Аверс».